2015 год является особенным для туймазинцев. В этом году мы празднуем 85-летие со дня основания Туймазинского района и 55-летие города Туймазы. За небольшой исторический по меркам срок наш район стал одним из ведущих в нашем регионе. О том, как все начиналось, мы вам сейчас расскажем. История Туймазов началась еще в прошлом веке, когда было запущено строительство железной дороги от Бугульмы до Чишмов. И в 1912 году по отрезку Самара-Златоустовской железной дороги прошел первый паровоз с несколькими вагонами, заполненными рабочими той же железной дороги. В глазах местных жителей, пришедших посмотреть на этот паровоз, он представлялся железной диковинкой. Благодаря железной дороге возникла станция Туймаза. Августа 1930 года произошло историческое событие. Постановлением в ЦИК в Башкирской АССР было создано 48 районов, в том числе и наш Туймазинский, с центром в селении Туймазы. Если строительство железной дороги дало первый толчок развитию края, то нефтедобыча вдохнула новые силы для его дальнейшего преобразования. 2 мая 1937 года на буровой номер 1 у деревни Нарышево на глубине 1114 метров появилась первая туймазинская нефть. А уже 26 сентября 1944 года настоящий фонтан, вырвавшийся из глубины 1740 метров скважины номер 100, возвестил об открытии в Туймазинском районе Дивонской нефти, давшей мощный импульс развитию всей экономики района. (1941–1945 годы). Великая Отечественная война. На фронт было призвано более 29 тысяч туймазинцев, из которых вернулось лишь 14 тысяч. Многие земляки были награждены медалями и орденами. Судьбы 8 героев Советского Союза и одного полного кавалера орденов славы были связаны с туймазинской землей. В 1950-е годы начинает формироваться крупный производственный комплекс различных отраслей промышленности, которым туймазинцы гордятся и по сей день. Туймазинский сажевый завод, газобензиновый, геофизического оборудования, химического машиностроения, завод автобетоновозов и многие другие. Поселок Туймазы растет и развивается, и 5 февраля 1960 года он преобразовывается в город Туймазы. Трасса М5. Удобное географическое положение, развитая инфраструктура делает наш район важным транспортным узлом на западе республики. Железная дорога Москва-Челябинск, федеральная автомагистраль М5 «Урал», автодороги республиканского значения. Они связывают район и город практически со всей страной. Удивительно красивая и неповторимая природа Туймазинского района. Извилистые реки, родники с кристально чистой водой, прекрасные леса. Поистине бесценным украшением Туймазинского района является его голубая жемчужина – озеро Кандыркуль. Мы любим тебя, Туймазинская земля! Каждый день мы чувствуем твое дыхание, твой пульс, твое настроение. А сегодня особенно, ведь у тебя праздник. С юбилеем, Туймазинский район. С днем рождения, город Туймазы.